России, как она вам. Спасибо, хорошо, очень приятно, что вы в нашей лепости. Спасибо, пожалуйста. Учитывая, что наше государство дружит уже более 300 лет. Ридна сам аукцион. Да, аукцион. Да, здесь проходит аукцион. Аукцион. И выставки. И выставки. Да. Ну что, я ни разу не присутствовал на аукционе. Это интересно, кто-то за... Мы можем обязательно ошибиться. Кто-то поднимает доску, что-то как. Да, вот он здесь, в этом зале. Да. Мы обязательно вам организуем, вы будете иметь возможность присутствовать и ощутить лично, что это за чувство, как это проходит. Можно что-нибудь приобрести. Честный предмет. Симон, ну давай, рассказывай о картинах. Добро пожаловать на выставку. Здесь представлены картины, написанные мной в натуре, в различных жанрах. Вот эта картина, например, написана в жанре масляной, в технике масляной живописи, это пейзаж. Чаще всего я пишу работы с натуры, и, соответственно, например, эту работу писал на морозе, то есть в условиях таких, ну, не очень приятных для написания, но вот. Это такой мороз, который сейчас, ну да, да, в Москве. Главное для Симона — это ощутить природу, почувствовать ее и стать проводником, и выразить ее в естественном виде, то есть как можно больше, ну, когда осизм, то есть как можно больше приблизившись к естественному, то есть чтобы сама природа была на картине. Чтобы он ее не приукрашивал, не дорисовывал, а именно как она ее есть, как он ее чувствует. То есть он старается чувствовать, быть объективным, не субъективным. В этих местах писал такой известный русский художник Левитан. Да. Вот это недалеко от березовой рощи, которую писал Левитан в свое время. Это лето. 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 Это где-то середина лета. Вот эта картина, это из русской истории сцена, значит, изображает русский праздник «Проводы зимы», «Масленица». Она чем-то роднится с китайским праздником весны, потому что это тоже
встреча весны, проводы зимы. По русскому обычаю, этот обычай пришел из древности, из так называемой языческой культуры, остался в христианстве. Значит, вот это чучело, его называют ярило, оно символизирует зиму. И его сжигали и танцевали вокруг, водили хороводы, пели песни. Значит, блина символизировал, который ели в этот день, солнце. Вот, ну, круг. И еще был такой обычай, что в этот день все люди примирялись сразу после сжигания, просили прощения. Также обратите внимание, маска, это вот можно провести параллель, как в бразильских странах карнавал, то есть это как бы такая единая культура, то есть тут тоже была традиция одевать маски. Да, также да. Обратите внимание, что изображены традиционные народные инструменты, музыкальные. Русские, гудок, гусли. Старые бутиры. Да, и то есть очень интересно, что Симон не просто взял из головы вот это все там придумал или посмотрел один раз фильм. Он специально заранее изучал, кто как в чем одет был в ту эпоху, кто на чем играл, как на каких санях ездили, и только после этого, уже проникшись всем этим, воплотил это в картину. А это самый этот день, это 23 февраля, да? Этот день варьируется сейчас в зависимости от церковных праздников. Он иногда бывает в феврале, иногда бывает в марте, в зависимости от масленичной недели. В этом году в конце февраля. Да, да, в конце февраля, по-моему. Я прочитал такое. Здесь на выставке представлена библиография моя, то есть это то, что остается в средствах массовой информации, в прессе, заметки обо мне, вот. Но обычно это подтверждает биографию художника, такой документ, как бы. Вот я потом обращу внимание на некоторые интересные публикации, то есть, например, вот эта книга, это «Тысяча русских художников». То есть, внизу, которая, да, да, большая, да. Куда я вошел, там, среди таких классиков, там, 19-20. Да, да, я помню, было выпущено это издание, это самое, так называется, «Тысяча русских художников». Да. Есть такая, да. А вот именно такая, да. Да, да, да. Ну, большой альбом, много художников там. Чуть больше тысячи, на самом деле. Господин Зур, хотелось бы обратить ваше внимание на эту картину. Это автопортрет художника. И интересно, как он сам себя видит, скажем так. То есть мыльный пузырь, то есть это вроде как несерьезность, но в то же время серьезный взгляд, серьезное лицо. То есть это сочетание, всегда вот это противоречие, которое имеется в нашем мире. То есть с одной стороны какой-то сарказм над собой, а с другой стороны, серьезное отношение к действительности. Я правильно говорю? Да, ирония, ирония. Ирония, да. То есть всегда это противоречие во всех культурах, оно помогает развитию. Если бы не было этого противоречия, добра и зла, хорошего и плохого, твердого и мягкого, то ничего бы не развивалось. Дальше. Ну, критическое отношение ко всему, сравнение. Работа символичная, называется «Работа лета». Написал маму, писал с натуры, это в Тверской области портрет написан в России. Символизирует средний возраст женщины. То есть для меня как бы любой возраст человек, он красив. Ну, для женщины вот я выбрал портрет мамы лета, назвал его. То есть это такой аллегорический портрет. Вот, и старался выразить свое теплое отношение и любовь к маме в этом портрете. Вот, она мне позировала лето, то есть написано с натуры. Мне кажется, это лучший из портретов. Могу
еще немножко сказать про лошадей. Эти вот работы, две первые, это они были для меня учебные. Я их копировал в музее коневодства. У нас есть такой в Тимирязевской академии. Это русские породы лошадей. Это рыжесаврасая лошадь, которая тяглая, так называемая лошадь, рабочая лошадка. Вот. А здесь копия с рысачка. Вот. Я думаю, что это, вероятно, орловский рысак. Вот. Это все с одного художника Ковалевского. То есть он так называемый, работал в так называемом анималистическом жанре. То есть он изображал чаще всего животных или лошадей. Ну, я для изучения, когда писал, для себя, например, открыл очень интересный факт, что ну, у него была так называемая ограниченная палитра, то есть три краски всего, то есть черная, охра и белила. И все на этих трех красках, на их градациях, сочетаниях замечено. Все это и сделано. Да, это очень важно. Не просто, да. Лошадь это черного цвета, а фонд у река темный. Да, но при этом он кажется разноцветным, потому что там мало красок. То есть вот меня это поразило и вдохновило. Рядом представлены работы с видами Санкт-Петербурга. Например, вот этот вот вид, это вид на Елисеевский магазин в Санкт-Петербурге. Значит, у него очень интересная история у магазина и у самого Елисеева. Значит, в свое время Елисеев был крепостным у своего господина, и он очень любил своего хозяина и решил побаловать его и хозяина зимой в 19 веке и вырастил в теплице землянику зимой, ну что в российских условиях практически нереально. Зимой в России землянику вырастил, землянику самой. И хозяин, когда он предложил гостям такое угощение, был очень растроган и сказал ему, что проси, что чего хочешь. Вот, тот попросил вольную, вот, тот выполнил обещание, и потом ему помог финансово, то есть тот смог на эти деньги открыть свой первый бизнес в Санкт-Петербурге. Вот, он стал продавать первые в Санкт-Петербурге зимой фрукты с таких лотков, вот так вот ходили раньше в 19 веке, продавали, то есть апельсины. А потом он очень тянулся к образованию, он все время всю жизнь сам образовывался. И бизнес стал развивать по самым качественным продуктам. И через какое-то время он смог построить и в Санкт-Петербурге Елисеевский магазин, и в Москве. И эти магазины то есть у них была репутация самых качественных продуктов. То есть если он, например, хотел предложить какое-то вино, он всегда ехал на территорию, где выращивается виноград и производится вино, и знал потом досконально о продукте все. То есть очень такой фундаментальный подход, серьезный, с большой ответственностью. На обложке одна из моих работ, вот я был там на межконфессиональной конференции, полностью для детей я сделал книжку. Вот, ну, не знаю, это первые шаги в искусстве. Да, это... Это сколько тебе лет? Мне было 11 лет. 11 лет. Вот это вид декабрь. Это в Подмосковье, солнечный день. Попытался передать ощущение такой вот звонкости мороза и игры света и цвета, потому что светло, снег очень отражает свет, очень светло и очень такое радостное настроение от этого мороза. Несмотря что зима, холодно, да. И все равно радостно. Ну, все равно радостно, да. То есть вот и попытался через световые сочетания и мотив такой. Он вроде бы простой, но с другой стороны он очень привычный и передает ощущение от природы, от русской. Спасибо.
Вы знаете, большинство российских художников, когда они написывают зимой, они обычно используют какой-то темный оттенок, но у вас здесь очень светло. Это не ощущается холода, это просто теплота ощущается. Спасибо. Купание, вот написано на нынешней турецкой территории, я очень много путешествую и пишу. Вот. Ну, здесь, когда я пишу живописное полотно, я в первую очередь ставлю себе задачу передать очень игру цвета, которую человеческий глаз очень воспринимает, и настроение. А где-то осень, вот это, например, Великий Устюг, это север России, на севере очень интересное бывают состояния, вот эти вот закатные, они, то есть практически не темнеет очень долго. Закат долго, всю ночь длится. Удобно для художника, да? Да, природа позирует. Вот. Здесь представлено, это вот... Интересно, где вы были, да? Ну да, то есть где я был, различные состояния природы, в различное время и с различным настроением. Да, где-то солнечный день, где зеленая листва, где-то... Горы и лес, и селок. Да, это Великобритания, английская деревня. Вот, у меня... То есть у них, они очень сохраняют вот это вот свои обычаи, и дома очень сохраняют, то есть они не перестраивают ничего. Вот это Ярославский вокзал. Да. У нас как так наши товарищи называют это Пединский или Казанский. А наши товарищи как называют Пекинский вокзал. Потому что направление Пекина. Мы как на поезд в Пекин, вот именно Ярославский. Понятно, понятно. Ну, это очень красивое, своеобразное здание. Да, в стиле модерн тоже. Да, как мы это. Как раз описывали это все, то, что на самом деле есть. Это очень красиво. Ну, здание тоже очень красивое. То есть стиль модерн, то есть мозаика, то есть... Да. Вот, здесь еще я писал работу с видом храма Василия Блаженного. Его несколько раз использовали в качестве афиш. То есть один раз это было... В Сент-Морице, в Швейцарии, использовали работу для приглашения людей на выставку. А еще раз, совершенно недавно в этом году, использовали в Вашингтоне на дипломатическом приеме в Coral Arts. Вот, и у меня остаются как бы такие вот документы, которые подтверждают. Вот открыт. Акварель, да, выведена краска. Несколько здесь представлено благодарственных писем, два от секретаря и королевы Великобритании, одно от Кембриджского университета и одно вот от Coral Arts из Вашингтона. Также здесь несколько представлено буклетов из выставок проходящих, оставшихся на память. Ну, тоже работы мои публикованы. Пытаюсь передать цвет. Это вот зима в лесу в Москве. А это вид Сент-Морица осенью. Такая льдина очень красивая. Это уже все масляная живопись. Да, после посещения Китая интересно. Да, конечно. То тоже немножко библиография, вот, где опубликованы работы, книги, да, которые вышли, статьи в журналах различных и газетах, монографии, которые обо мне ходили в Белом городе. И... Да, первый город это издательство, да, большое издательство. Да, да, которое в большей степени специализируется на книгах по искусству. Один корабль смог в бою героически противостоять, да, двум турецким, причем как бы, там был огонь и шрапнели, то есть погибло много человек, но они как бы пример такого подвига. 1890.
90, да, 8, да, так, 8 или, по-моему, 97. Ощущение, что небо прям плывет, не стоит, как будто в движении небо идет. Да. Это море волнуется. Да, и море волнуется, и небо тоже в движении. И пушистые. Своеобразно. Это вид из Швейцарии. Швейцария. Да, да, ледник Мондерач. Был осенью там. То есть очень красивые места. И большое расстояние, там огромное расстояние на самом деле пространство. Это не масло, да? Нет, это все акварель. Это акварель. А, тоже. Это вот небольшая работа к работе соснами, которую мы видели, тюб, так называемый подготовительный. Это вид видом церкви Бакингемшире в Англии. Вот это усадьба Братцева в Москве, один из, ну, весенний такой ранний, когда еще зелени нету, только вот начинает теплеть и все оттаяло, пригревает солнышко. Это Акерманская церковь в Белгороде, Днестровском, это территория Украины нынешней. Вот это вот в Северной Ирландии замок Горкот Даун. Жилое помещение в стиле неоготики. Конечно. Вот это вид зимней ночи в Подмосковье. Меня привлекло сочетание красного неба. Красное небо обычно из-за того, что отражается свет фонарей на пасмурном небе, и оно кажется как красным ночью. А если еще ты стоишь под фонарем, который холодный свет дает, то еще более все это так, ну, кажется ненастоящим, сказочным. Ну, то есть, хотя это все написано с натуры. Вот. Это вот бабушка из Тверской губернии, называется «Чайпитие работа». Вот очень такая приветливая бабушка, ей около 80 лет. Вот, она очень веселая, поет частушки русские, народные. И вот такой яркий представитель русской провинции, который живет в деревне. Ну, гостеприимная, да, то есть... У нее лицо там. Лицо интересное так и интересно. Очень взгляд. Взгляд, да, то есть такой озорной такой, с коньком. «Великие луки» называется картина «Радуга». Ну, это тоже такой вид с русским раздольем. И здесь я пытался передать настроение такого волнения. И в то же время радуга, что передает красоту и... такой позитив и мне некоторую даже сказочность. Потому что очень короткое время, когда это бывает, то есть по памяти получается. Короткое время, но со светом человека очень незабываемое впечатление. Люди могут по нём-то по-разному задумывать и оценивают. Это вид с... бодрыми, в прошлом это называлось гавань Галикарнасской, вид с крепости, которая осталась бодрыми, это так получается нынешняя территория Турции, видна территория Греции, вот это вот острова, это тоже Греция, вот, а еще из истории Галикарнасской крепости, которая, ну, на месте которой сейчас стоит другая крепость, Александр Македонский начал свое завоевание. Это была первая крепость, которую он взял на своем пути при завоевании. Ну, то есть это так вот казака. Геральдики, Москвы, город. Это Кольский полуостров, то есть северная часть России, был там в 2010 году. Это Кольский полуостров, да. Кольский полуостров. Похоже на Камчатку. Похоже. Я прожил там 18 лет. Ну, в Камчатке, да? Да. Да, Камчатка. Я там еще не был, но летом этого года я бы хотел туда посмотреть. Обязательно. От Москвы туда... 9 часов лет. 9 часов лет. Прямой рейс есть. Прямой, да.
по-моему, там до лучше это июля там. Июля там попадает. Октябрь. Октябрь? Октябрь. Это березы, кустарники все розового, красного цвета переливаются зелень. Это можно в горячих источниках в удовольствие купаться, потому что уже чуть попрохладнее. Это грибы, ягоды. Природа очень красивая. А лето там позднее, лето там все, в июне, только расцветает только в июне. А в мае еще снег идет, бурга. Иногда нелетная погода. Да, это интересно, но в октябре в Москве уже прохладает, а там все хорошее время. Да, там хорошее, красиво. Хорошо. Рыба идет. А это Крым. Тебель. Коктебель, да. Крым. Это акварель. Это дубы, Хадми, это место в Бакингемшире, в Великобритании. Когда писал работу, произошел странный случай. Мне было непонятно, почему колючки торчат, либо которые только растут, либо сухие, а трава как будто выстрижена, ну как будто ее специально постригают. Я сначала подумал, что, может быть, коровы выедают траву, вот. Но где-то на третий сеанс я пришел и за спиной через несколько часов работы увидел целое поле кроликов, которые выедают эту траву. То есть ответ нашел, кто травку ест. Вот. И стало ясно, кто стрижет траву. Вместо газонокосилки электрические живые кролики бегают и кушают ровненько. Ровненько, чищение, остаются ровненько. Только колючки. Да. Которые как раз вот видны. Это дубы, да, да. Ну, в Великобритании нет таких лесов, как в России. Там все огорожено вот этими частными территориями, если были, да. То есть плюс у них иногда вместо забора может идти кустарник очень такой густой и как вот за год. Качество сделано, передано все до мельчайших подробностей. Люди не пугаются, что мы придем, а там тоже, как будто мы тут всех современных. Значит, на вашем, как на фоне самое начало китайских вещей не были там. Еще не были. Еще пока не были готовы. Как раз вот культурный обмен, чтобы было бы интересно, потому что очень большая аудитория российская, которая участвует в этих торгах, и они как раз видят в основном предметы либо Россия, либо Европа, а Китая, к сожалению, нет. А сейчас интерес к Востоку-то растет у россиян, поэтому было бы интересно. И как найдем время, как мы вас у нас по сути все как мы открыли шесть. Это первое, это фарфор. Фарфор, это не самое современное, а 19 цин. То есть 200 или 250 лет назад. Некоторые, как сейчас в стране, нет. Почему там имеем такие фарфорные самые продукты? Потому что самые 50-х годах, когда мы, новый Китай, только что как провозгласили независимость, только что открыли но правительство сделало свое решение, чтобы из музея Гугун выделить небольшое количество из-за Да. Для посольств.
для украшения и для показывания нового Китая. Да, так, для показывания культуры Китая. Когда они что-то в самом начале, наверное, писали, как что, ну, взяли, как сказать, не временно, как забрали, потом вернули, потом через год это уже, по-моему, это МИД сделал свое решение, что можно оставить, это в посольстве. У нас сейчас в Китае у нас посольство это небольшое количество. Очень интересно. Там, да, после моего приезда ревизировали самый большой зал. Сейчас уже 6 зал. Потом первый зал это фарфорный. Очень интересно. Все наши, ну, китайские делегации стали сюда. При этом у нас посольство 100 лет, 200 лет самый фарфорный. Если к вам поступят китайские, тогда сайца китайские, вы можете отличать, что такое это настоящие старые или современные. Но современные сейчас поделки, которые трудно отличать. Да, да, есть эта проблема. И у нас при продаже антиквариата приходится привлекать экспертов, чтобы достоверно подтверждать подлинность предмета. Потому что современные мастера подделывают все, да, и живописи, и оружие, и все что угодно. Если время нам поможет, позволит, мы хотели бы подробно с вами обсудить как раз программу нашего вот, культурного взаимодействия, как можно было бы это развивать в рамках картины. Да, хорошо, ну так как это заповедник у них в местечке Изола, называется Силус Мария, это сама деревня. Вот сохраненный такой заповедник, то есть дома, которым 200-300 лет, вот с кладкой крыши таким тоненьким камнем, вот, или бы дом из камня сделан, либо из дерева. Но это вот такой охраняемый заповедник в Швейцарии. Очень красивое место писал осенью. То есть у меня был этюд, и потом я работу писал большую. Уже и частично с натурой, и частично мастерской. А рядом это вид реки Бистры, это недалеко от Нового Иерусалима. Нет, ну это Новый Иерусалим, здесь это, значит, получается недалеко от Москвы, в ту сторону было Голландское. Работа, которую я вам подарил, это изображение Нового Иерусалима. Это недалеко от этого места река, зимой. Новый Иерусалим это в свое время был построен у нас здесь как раз с идеей того, чтобы как-то сосчитать культуру того Иерусалима с нашей. Собака лает, морозит все. А рядом вид Турции. Рядом Турции, да? Турция, да, вот это Турция, это. Вы чувствовали там какие-то с июля и августа там очень огромные сотни тысяч гектаров земли, это предприятие, гостиница национальная, где была бы работа. Это своеобразно. Это очень своеобразно. Недвижимость и земля. Которая была ну, то есть охота, но целью ее была загнать зверя, ну, как бы собаками. То есть собак, именно специально... поохотиться, не просто вот убить, а именно поохотиться.
побегать, испытать там, я не знаю, что там, усталость. Ну да, да. Страх небольшой, может быть, медведь там где-то будет. Ну да, здесь, например, получается... Ощутить все чувства. Похоже, как вот на шкатулку. Значит, идея написания была то, что дочка проявила такую чудесную ловкость. Она ловила как бабочек, она их просто снимала двумя руками одновременно, одновременно просто подходила и снимала. Вот. И потом я помню у дочки с мальчиком, который был постарше, возник спор, где он говорил, что я тоже могу ловить бабочек, и у него ничего не получалось. Вот, она ему показывает, говорит, ну смотри, как все просто, берет и снимает, он... А, здесь вот вид новогодней Москвы, с елкой, с видом на гостиницу «Метрополь». Это вид храма Христа Спасителя. Это один из храмов Суздали, тоже Суздали, весной. Это вид храма Андриана в Эфесе. Там очень, в этом городе античном, очень маленький, маленькое пространство. Вот пошел снег, я забыл, что я в горах. И это масляная живопись. Вы как писали на дерево, да? Это получается холст на картоне. То есть это иногда я пишу и на дереве, иногда я пишу холст на картоне. То есть это твердая основа очень, которая лучше, чем просто холст, потому что холст его иногда можно продавить, а здесь доска защищает. Да, да, защищает. Холст на картоне получается. Мы найдем на картон. Это называется сон летнюю ночь. Это апрель, весна. Получается по Москве. Вот это тоже вид Турции. Раннее утро. Вот только-только солнце встало. Это аббатство в Англии. Аббатство Нотли называется. Интересная история. Очень интересная история. Когда пошел написать это аббатство, я все, что о нем знал от англичан, которые мне рассказали, что там жила Вивьен Ли с Оливер Оливье, там называлась Нотли. Здесь несколько этюдов небольших с видом царицы на Крыма, это Тверская область, Крым, Цитополиоз, здесь тоже Бодрум, Суздаль, это Ирландия, это, в принципе, тоже представлены различные виды, то есть Турция, Суздаль, это усадьба Братства в Москве, это Ферафонтов монастырь, я в свое время защищался работой, которая называлась Ферафонтов монастырь, это дипломная работа, это был один из эскизов диплому. Это вид осенний, это ночная гавань в Дублине, ночью написано, то есть тоже посмотрим. Это Сирена, это в Калуге, Калужская область. Тоже вид Подмосковья, осенний, это Крым, вечером. Это Бельдиби, это тоже в Турции, это яблоки в Коломенске написаны. Это зима, такой зимний денек очередной в Подмосковье. Это Великий Устюг, закат. Облака Борзыни, это Тверская область. Тверская область, да. Это подсолнухи под Звенигородом. Это Великобритания, Окстед. Это Царицына, живые с ребенком, называется как картина «Ужин», она как раз написана на дереве, то есть на доска. Девушки
гадали, значит, зажигали свечки, плели венки, опускали в воду, и по их поверью, их молодой человек, жених, любимый, должен был поймать венок, и потом девушка, каждая она же свой венок помнила, узнавала своего жениха по венку. То есть такой вот красивый русский обряд, который пришел из старины. Девушки одевали на этот обряд, на этот день праздничный костюм, который сама сделала, рукодельница была. Вот это... Какая-то самая традиция сохраняется сейчас на местах. Да, да. Наверное, уже... Да, да, скорее это провинции. Провинции. Летом, да. Летом. Это получается... Церковь он написал в своей картине над вечным покоем, ее потом перевезли, теперь это как музей. Тоже вот мостик царица, на плес. Вот типичный такой русский мотив с баньками и сараями. Вот это вот мостик царица, но его уже нет, то есть там другой мостик. Как бы уже история. А сейчас это уже, да. А тот самый царица, который сейчас в Москве, да? Да, который под... Отреставрировали. Это еще до реставрации. Вот это Измайловский парк тут представлен. Крым. Тут турецкий берег. Еще небольшой. Сегодня знаменательный день для российского аукционного дома. Мы на нашей скромной территории принимаем высокого гостя, господина чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики, господина Ли Хуэй. И
Мы бы хотели задать несколько вопросов вам, господин посол, о том, какие впечатления оставило у вас знакомство с творчеством современного русского художника Семена Кожина. Спасибо. Так, во-первых, я бы хотел сказать, что это я первый раз посещаю ваш аукцион. И на моей жизни я тоже первый раз попал здесь. Но это для меня это очень как приятное, самое приятное осмотр и посещение вас на вашем аукционе. И, конечно, желаю вам самое, как сказать, процветание. Спасибо. И хорошего эффекта. А что касается самой выставки творчества Семена Леонидовича Кожина, то я бы хотел сказать, что ну, это для меня это большая радость, и я с большим интересом посмотрел все его работы, живописи, картины. Меня удивляет, что это очень, как сказать, это такое творчество, которое имеет очень важное реальные и, можно сказать, исторические значения. Сами как мы после нашего знакомства, я вижу, что Семен Леонидович, он как, можно сравнительно молодой художник, но талантливый художник. Вот в его работах отражается, как сказать, самая любовь к своей родине, к природе, к его родным и близким. Конечно, все его работы отражают его высокий уровень творчества. Это на меня оставило очень глубокое впечатление. В его работе как сказать, отражается реальная жизнь, красивый пейзаж Российской Федерации. Конечно, во многих его картинах все, как сказать, имеется очень глубокая мысль, которую мы должны постепенно понимать. Это мысли, размышления в будущее. Это я думаю, что люди будут очень, так сказать, большим интересом, вполне положительно оценивают его уровень творчества. Спасибо. Спасибо, господин посол. А скажите, лично вам, какая есть картина, которую вы увидели, понравилась больше всего? То я как вот самое это. Вот его самый портрет, например, да, портрет его матери, да, по-моему, это самое, это, я думаю, что это яркое отражение его высокого уровня творчества. Вот в этой картине отражает его глубокая любовь к своей матери. Ну и, по-моему, это самое важное, что как на основе его уровня он может сам отразить его такую любовь. Это важно. Да, те средства живописи, которыми Семен владеет, позволяют отражать его чувства настолько точно, что это трогает всех. Да, конечно. И у него еще многих картинок, как начался с пейзажи Турции и Англии, и Швейцарии, и так далее. И многих областей и провинций Российской Федерации очень, как скажем, как живые пейзажи. Да. И, как сказать, я сам лично высоко оцениваю. Но, конечно, у меня еще, конечно, такое желание, что Семен Леонидович, он тоже побывал в Китае, и надеюсь, что он будет как писать картины на сюжеты и на пейзаж Китая. Да. Где вам нравится, например, провинции Цзилин, Пекин и Хайнань? Какое место вас оставили глубокое впечатление? Вы можете, как сказать, рисовать, писать?
Ну, конечно, там по-китайски сюжету, по китайскому сюжету немного сложно, потому что там здание это самое, с китайским стилем, это немножко сложно. И в Китае это красивые курорты много, красивые места очень много. Но везде толпы людей, это немножко мешает, что там, но все так и так. Надеюсь, что на следующий раз я хотел бы видеть несколько китайских тем, как рисунки. Я думаю, что в ваших силах создать необходимые условия. Да. Это можно сказать, это тоже как своего рода ваш вклад в деле укрепления нашей традиционной дружбы, в деле укрепления связи между нашими художниками, между китайскими и российскими народами. Спасибо большое. Спасибо, господин посол. Было очень приятно принять вас у нас. И мы очень рады, что это мероприятие внесло свой вклад в укрепление российско-китайских отношений в сфере культуры и будет способствовать взаимопониманию и дружбе двух наших народов. Спасибо. Спасибо вам. И как ваш акцион своеобразный. Я у вас интересно это. Если у меня будет, как сказать, свободное время, я. Мы вас будем приглашать на интересное для вас мероприятие. И нам очень приятно, что, видимо, эта встреча не последняя, и за ней последует много интересных совместных мероприятий, полезных для двух сторон. И, конечно, это самое себе Леонидовича, он уже имел возможность побывать в Китае, и мы бы хотели, чтобы вы, и председатель, тоже вы найдете время побывать в Китае. Там, ну, посмотрите, побывали в некоторых картах интересных. Это во-первых. Во-вторых, тоже, как сказать, обмениваться мнениями. И самое это, как сказать, мнениями и информацией между коллегами, с китайскими коллегами, которые занимаются аукционом. Только что я сказал, коротко сказал, особенности китайских аукционов. Тоже у вас есть своеобразные методы, у вас опыт есть, потому что у вас это давно, 100 лет, по-моему, у вас уже было занятие аукционами. А у нас в Китае только после проведения политики, реформы и открытости мы начали. У нас опыта нет. Конечно, у нас есть свой метод занятия аукционами. Но полезно, чтобы обмениваться мнениями. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Да, и ты начал сам это как вы можете, как сказать, это по нашему поведению усиливать контакты и связи с нашими китайскими соответствующими художественными ведомствами организациями. Спасибо большое. И посредственные годы между нашими художниками базируется очень тесная связь. В прошлом году, то есть в 2011 году у нас в России, в Москве, в нашем посольстве и в Москве были делегации, по-моему, две или три делегации художников, которые устроили выставки, выставки картин, китайских картин. Это тоже привлекли к большой интерес и внимание посетителей. Выставка была организовано вот там то самое здание, как называется, ТАПС. Это российский художественный. Ну там рядом недалеко от самого Крымского моста там. Центральный дом. Да.
там на сам на реклама Кастраха. Да, 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 да. Раз Кастраха, то там, да, потом, потом в доме. Да, интересно, да, мы не будем, если в этом году сюда приедут сами китайские делегации художников, да, мы тогда вас приглашаем. Спасибо большое. Посещение, смотр, на обмене с мнениями и опытами. Спасибо. И себя Леонидовича желаю вам, как сказать, огромных успехов и достижений в своем творчестве. Спасибо. И, конечно, посольство готово оказывать вам необходимые содействия в области налаживания, укрепления связи, контактов с китайскими вашими коллегами. Спасибо. Очень приятно. Если вас не воздвигает, но это на содействие со стороны нашего посольства, вы нам скажите. Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Можно. Сегодня, 11 февраля 2012 года, на персональной выставке художника Семёна Кожина в Российском аукционном доме мы принимаем высокую делегацию китайского посольства в Российской Федерации и имеем честь задать несколько вопросов госпоже супруге посла Китайской Народной Республики Ши Сяолин. Несколько вопросов о ее впечатлениях от посещения выставки Семёна. Пожалуйста, госпожа Ши Сяолин, поделитесь вашими впечатлениями о живописи Семёна. Сегодня в Сумане, конечно, для меня очень большая радость находиться здесь, на этом красивой выставке. Это выставка знаменитого художника Семёна Леонидовича. Я очень люблю познакомиться с российским художником, и у меня сейчас очень много русских друзей художников. Я скажу в двух словах. Госпожа Сяолин сказала, что, во-первых, она крайне поражена и удивлена, что такой молодой художник, настолько одаренный, талантливый, что у него получаются такие великолепные произведения. И второе, что интересно, что используется несколько методов, или ты меня поправишь? Техник, несколько техник, то есть и маслом, и карандашом, и акварелью. И вот это поражает. 感到了非常的温暖，心情也非常的那个愉快的那种感觉。
那你画的春天呢，又一种阵阵的那个欣欣向荣、蒸蒸日上的那种感觉，就万物复苏的感觉。我翻出来，我不先让我们来翻一下。Особенно ваша работа, которая изображает зиму, это для меня очень необыкновенная работа, потому что я смотрел очень много работ других художников, которые я ощущал только холода, это и просто очень темный оттенок, а у вас очень светло. Это очень большая особенность, которая меня очень больше всего впечатлила. 非常年轻的艺术家，所以呢，我觉得你有一个特点，特别喜欢用红色，给人一种就是非常红红火火的，非常这个热烈的，就是能看出你的这个把自己的激情或者是说热情全部融汇的图画当中去画，画彩的油画当中去了，所以红色给人一种非常这个热烈向上，充满活力的那种感觉。Конечно, у меня тоже сложилось такое впечатление, что вы, по сравнению с другими российскими художниками, вы очень любите использовать особенно красный цвет. Потому что мы считаем, что красный цвет – это сила, это энтузиазм. Наверное, вы тоже используете этого цвета для того, чтобы тоже изображать ваш какой-то образ жизни в своих работах. В российской традиции красный цвет означает то же самое, что красивый. И для меня это как для художника, который, для которого русские традиции, я русский человек, это очень важно, и это действительно правда. Так, так и есть. 您说的完全正确，红色我认为也是非常漂亮的颜色，我也非常喜欢用这个色调。是的，是的，所以祝愿你在今后能进一步那个利用您的这个天才和智慧，画出更好的、更多的俄罗斯的这个就是非常美丽的画，然后呢，就是也希望你在这方面油画艺术上取得更大的成绩。Действительно, вы очень молодые, но очень талантливые русские художники, поэтому я искренне желаю вам дальнейших более красивых работ, более красивых и выдающихся достижений на вашем творческом пути. Спасибо большое. Еще раз хотел бы выразить вам лично свою благодарность за представленную такую возможность, проведение такой прекрасной, потрясающей выставки. Спасибо, мы очень рады принимать у себя таких гостей и очень надеемся, что это не последняя встреча и что с вашей помощью мы будем способствовать российско-китайскому культурному обмену. 感谢您，我也希望今天我们今后还会不断的邀请您来参观我们的这个画展，希望为两国的这个艺术家搭建一个交流的桥梁。很高兴，以后我也一定会利用各种机会来促进中俄的文化艺术方面的交流，做一些工作。Действительно, в дальнейшем я тоже готова оказать свое личное содействие в развитии китайско-российских гуманитарных контактов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.